настроить механический регулятор нужно? На контроле включить контроллер и посмотреть температуру теплоносителя. В данном случае 28 градусов. Выставить эту температуру на механическом регуляторе. В данном случае минимальная температура 30 градусов. В этом положении закрепить цепочку на поворотную заслонку турбины так, чтобы заслонка была приоткрыта, немного приоткрыта на спичечную головку. И цепочка была без провисаний. В таком положении механический регулятор настроен.